Вид распространен в Южной Европе, Молдавии, юге Украины, в Крыму, в Западной Турции, на юге России, Иране, Средней Азии, в степных районах Западной Сибири, Алтая, Туве, северо-западном Китае, Афганистане, Северной Индии, Тибете, Монголии, Казахстане. Способны к миграции. На Урале бабочки изредка встречаются в южных степях Оренбургской области. Размах крыльев 65-75 мм. Окраска передних крыльев и тела оливково-зеленая или коричневатая. Светлый продольный мазок на переднем крыле прямой, контрастный по своему наружному краю и растушеванный к переднему краю крыла. Темное пятно в его средней части небольшого размера, продолговатой формы, часто почти полностью отсутствует. В зависимости от региона и погодных условий за год развивается 2-3 поколения. Бабочки первого поколения летают с апреля по июнь, второго поколения с августа до сентября. Гусеницы питаются на лохе, облепихе, окукливаются в почве. Зимует куколка.